Иностранные дипломаты в очередной раз посетили освобожденные от оккупации азербайджанские территории. На этот раз дипкорпус побывал в Агдаме. Представители иностранного дипломатического корпуса подробно проинформировали о военных преступлениях, совершенных в отношении исторических, религиозных и культурных памятников Азербайджана за 30 лет оккупации. Всемирно известный фотограф Резат Дегати рассказал об армянском вандализме и представил факты. Фотографии, сделанные им в 90-е годы прошлого столетия, во время Первой Карабахской войны. Иностранных дипломатов также ознакомили с культурным наследием Агдама, разрушенным комплексом Имарет, Джума-мечетью, крепостью Шах-Булах и другими достопримечательностями древнего города. Этот визит убедил меня. Агдам был одним из самых красивейших городов страны. Я рад, что Азербайджан освободил свои земли. Историческая справедливость восторжествовала. В руках его истинных владельцев Карабах расцветет. Я в этом убежден. Гостей также ознакомили с работами по восстановлению и реконструкции Агдама, созданием транспортной, жилой, энергетической инфраструктуры, с инновационными проектами «Умное село» и «Умный город», а также новыми культурными, социальными объектами, возводимыми в этом освобожденном городе. Многие из гостей, которые не в первый раз посещают освобожденные территории, в восторге говорят о меняющемся облике Агдама. Сегодня я увидел дорогу прежде всего. Это уже всегда радует, когда идет путь, коммуникация, значит, разминирование успешно продвигается, значит, строится потихонечку, развивается инфраструктура. Что меня впечатлило, это на въезде в город Агдам молодые такие паростки деревьев. То есть это символ, который через 30, через 40 лет будет напоминать как раз о тех событиях, которые дали вторую жизнь прекрасному Агдаму. Поэтому это двойственное состояние, двойственное такое, знаете, увиденное впечатление, поскольку ты действительно видишь чистый лист бумаги, только мечеть, которая сохранилась, и только потому, что она была как наблюдательный пункт. Все остальное это сложно назвать городом. Визит в Агдам совершили свыше 50 иностранных дипломатов и военных атташе из России, Белоруссии, Украины, Ливии, Пакистана, Китая, США и других стран мира. Фуад Байрамов, CBC.